Стали известны подробности о скончавшейся накануне от коронавируса женщине. Выяснилось ранее, она за пределы страны не выезжала. Как сообщили эпидемиологи, с 13 по 17 марта она ездила в гости в Алматы и Жамбылскую область. Где именно и при каких обстоятельствах могла заразиться 64-летняя жительница поселка Коша Алматинской области, сейчас выясняет специальная комиссия. Известно, что за помощью медиков она обратилась, когда уже находилась в столице. 22 марта. Жаловалась на слабость и плохое самочувствие, а уже утром 25 числа у нее поднялась высокая температура. Заподозрив у больной признаки COVID-19, врачи скорой помощи экстренно ее госпитализировали. По словам специалистов, покойная была диабетиком и страдала гипертонией. На сегодня мы круг контактных определяем по городу Алматы по 11 человек, это этих фамилий мы передали коллегам. У нас по Целиноградскому району тоже по домашнему. Вчера буквально это всю ночью проводилось мероприятие. Коллегам передали, на сегодня там санитарно-эпидемиологическое расследование проводится еще. На карантин была закрыта больница в Нур-Султане, куда была ранее госпитализирована скончавшаяся от коронавирусной инфекции женщина. Сейчас в учреждении проводят дезинфекционные работы. Врачи и пациенты сдали тест на коронавирус.